Название от места не здесь. Да, конечно, я был вниз спустился, но там грязно. Да и нахер это надо. Блять, практически на Байкале, можно сказать. Это в Ершовском заливе где-то. И я заебался вообще сюда ехать. Просто пиздец. Там дорога реально там на пониженной тупо вкручиваешь. Хорошо, что вилка такая, ну, не позорная. То есть я там, ну, так это, неплохо вытягивал байк. Дорога пиздец вообще. Волнистая вся в ухабах. Даже на 1.11 с нормальной воздушкой это... Наконец-то решил записаться, выехал тут. Я тут до Плишкина хочу въебать. Ну, я сейчас здесь стою. Я уже катал и там туда-обратно установил там определенные временные рекорды там по времени, по скорости, ну, в этой программе Strava. И это. Ну вот сегодня. Денек выдался заебательский, решил опять сгонять, побить эти рекорды хотя бы чутка. Вот выставил уже дело компе, что подслеживает примерно. То есть вот этот на отрезок, он около 12 километров, и у меня там был рекорд 31.15. Ну, я вот выставил, округлил 12 и 32 минуты, то есть и вот. Ну и что, прямо наверняка отследить, доехал я до конца участка или нет, я еще... в 2GIS и поставил точку. Я с головы сейчас снимать не буду, потому что смысла нет. Потому что мне, чтобы, ну, блядь, рекорд побить, мне сейчас надо, вот я сейчас стартану, грубо говоря, и, ну, грубо говоря, 30 минут мне нужно просто въехать быстро и непрерывно. Потому что, блядь, любая остановка там, надевание этого, блядь, агрегата, все это пиздец, это минус время. Поэтому... сейчас буду прямо ебашить эти полчаса.
Осталось это 2,5 километра. В запасе где-то 9 минут. Я думаю, рекорд будет мой, хули. Какая-то жесть начинается. Сейчас бы что-нибудь не ливануло реально. Это обратно-то еще нормально так ехать. Хуя взъерошено. Вот по этой дорожке вот туда вот забрался в город. Думаю, вот сейчас в лесок заеду, там затусую. Ну вот как здесь. Поднимаюсь, смотрю, там какие-то эти, что-то непонятные какие-то ограждения. Смотрю, там кладбище, я такой чик-чик-чик-чик-чик, такой обратно резко. Думаю, ну в принципе, насрать. Если что-то и ливанет, мне как-то вообще похер. В экстремальные погодные условия попадал. Считай, и когда еще там у себя в городе катал, когда там жил. Много-много раз и здесь, когда с работы тоже. Ехал. Ну хотя там с работы-то, блин, 12 минут ехать на байке. Ну как ехать? Лететь. Ну, тоже в дичайшие ветра, ливни попадал. Ну, блин, тут-то так-то прилично ехать. Километров, наверное, 16. 15-16, наверное. Ну ладно. Сейчас приеду сразу же эту тренировку. Ну, сейчас приеду, залью и посмотрим, насколько я рекорд побил свой. То есть, ну вот этот, вот именно дорожку вот эту 12-километровую до Плишкина. То есть первый рекорд, ну что, я катал, может, дней 5-6 назад. 31-15 делал, ну то есть 31 минута 15. Посмотрим, насколько позиции я поднимусь вверх. Ладно, до встречи на хате. О, здоровченко, вот я уже и на хате. Приехал, в какую-то дичь там попал, вообще неимоверную. Получается, вот я из леса только-только стартанул, и дождь начался. То есть примерно я там проехал, ну полкилометра, наверное, проехал вот из этого от леса в центр Плишкина, завернул направо, и там просто такой ливнище начался, прямо капли прямо в голову ударяли, прямо... Не знаю, практически, блядь, очки сшибали с головы. Вообще, я думаю, нихера себе, вот это экстрим. Ну ладно, думаю, проехал примерно минуту полторы по этому вот ливню. Только завернул, где вот асфальт начинается, и там слева вот автобусная остановка. Только вот завернул на асфальт, на эту остановку. Все, вообще резко, прямо, ну резко, тупо резко. Кончился ливень, и прямо на асфальте прямо такая полоска была видна, ну где этот, где, ну вот ливень проходил, где нет, то есть там прям граница такая, это мокрый асфальт, граница буквально, ну вот метр, все, дальше на асфальт сухой, я чик на сухой асфальт заезжаю,
резкая жара, блядь, опять, духота. Охренеть. Я таких явлений, ну не знаю, но от силы одно-два таких явлений помню за вот эти вот 9 лет, что я их катаю. Ну, видимо, там какой-то циклон такой маленький, то есть какое-то, не знаю, демоническое облако там пролетело, ливнем ебануло, я его, ну получается, видимо, я его обогнул. Вот как раз-таки этот отрезок. Чисто вот 12 километров он. Вот мой предыдущий рекорд. 31 минута 13 секунд. С мобилы скинул файл. Я здесь заморочился. Установил, ну как, виртуальную машину на комп. На него уже поставил эти, ну, ядро этого Huawei. Вот эту вот прогу как раз таки, которая с часами работает. Ну и Root Explorer, чтоб, в общем, чтоб это все скинуть на комп. А уже потом на компе с помощью вот этой вот срани хайтрава вот на Python уже скомпилил. И вот эту срань TCX уже можно грузить в саму Strava. Так, что тогда все? Я, в принципе, тут все вбил. Пятый в таблице. Обратка с Плишкина. Седьмой в таблице, в Плишкина. Ебать! Я был там 29-й, по-моему, или 27-й. Хуякс на 20 позиций тупо. Нихуя! Вот это реально втопил называется. Педальный конь просто. Нормально. Не ожидал. Я думал там, ну, в топ 15 пробьюсь, нихуя я вон в топ-10 пробился. А на обратке так вообще в топ-5. По Иркутску тупо. И в чем прикол-то? Не на всяких там сраных шоссейниках там я отъехал, там, не на шоссерах, там, не на найнерах, там, ебаный стыд. Да вы че, хститесь? Обычный MTB байк на 26-х колесах, просто он у меня сверхоблегченный. Вот этот апгрейд, он, я говорю, он мне дал минус 2-2,5 кг. Я говорю, блядь, просто сверхпрокачанный кастомный MTB-шник на 26-х колесах. Хуякс он, рекорды какие нормальные. Сколько раз убеждался, реально. Неважно, какой там у тебя байк там 200 тысяч, там, да, какой-нибудь шоссейник там карбоновый, какой-нибудь охуевший там. Самое важное — это прокладка между рулем и сиденьем, ну либо прокладка между передним и задним колесом, ну смекаете, вот. Да и какому-нибудь там, не знаю, задроту или новичку там какой-нибудь охуевший байк за 200 кусков, и дай мне там какой-нибудь, не знаю, блять, Ашан там на 26-х колесах. Да я его порву, его просто к мохнатой бабушке. Потому что все зависит от физухи, от опыта. Не знаю, ну я вот, ну вот если прямо напрячься, там пиздец прямо стероидов пожрать, вот максимум я могу пробиться на 4-е или 5-е место, но не выше. Выше уже там нереально. Выше уже там, скорее всего, реально там, ну какой-то типок, реально какой-то спортсмен и на нашей сеньке, видимо, или на чем. Даунич, бояться там какого-то вымышленного вируса. Нихуя, у меня как выходные, я обязательно куда-то срываюсь из дома. Душе, ну реально, чисто даже физически.
квартире пиздец духота. А на байк сядешь куда-нибудь, выйдешь, вообще заебись прохладненько. Особенно у воды, так вообще, фух, оазис.